Национализм – это смерть России, понимаете? Мне только что показали видео с участием великого деятеля Николая Николаевича Платошкина, который является доктором исторических наук, известным политическим деятелем, работал в МИДе России и так далее и тому подобное. В общем, вроде бы эксперт, но сказал такую чушь, господи, прости, я даже специально записал, чтобы сказать дословно. Он сказал: патриот любит свою нацию, а националист ненавидит другие нации. Любой национализм, ведь он чем от патриота отличается? Патриот любит свою нацию, националист ненавидит другие нации. Понимаете, ему нужен какой-то объект для приложения, чтобы сказать, вот эти плохие. Что за бред? Патриот – это тот, кто любит свое отечество. А националист – это тот, кто любит свою нацию и уважает все остальные нации. Я сам являюсь националистом и с большим уважением отношусь к русским националистам, к узбекским националистам, к еврейским националистам, к националистам французским, немецким, потому что национализм – это не что иное, как любовь к своей нации и уважение ко всем остальным. Это точно так же, как мы любим свою маму и уважаем всех остальных мам. Мы не можем любить всех матерей. Это извращение. Поэтому свою маму мы любим, а всех остальных матерей мы уважаем. Национализм – то же самое. Так что, Николай Николаевич Платошкин, вам необходимо подучиться и вспомнить термины, что такое патриотизм и что такое национализм. Смешно слушать. Самый большой националист в России – это я.